Всем привет! В этом коротком видео я покажу вам комбинацию, которая на обычном манекене с короткими лапками не отрабатываема. Почему? Показываю сначала. Вы сбиваете атакующую вас руку, перехватываете ее, уходите вместе с этой рукой в сторону и наносите противнику удар или в лицо, или в грудную клетку, или по горлу, куда угодно. Почему вы делаете именно такое движение? Для того, чтобы натянуть противника на себя и в результате этого сделать свой удар еще более эффективным. Естественно, на такой малой лапке вы это сделать, увы, не можете. Такую комбинацию провести невозможно. Поэтому, немножечко модернизировав наш манекен, с вот такой вот лапочкой мы можем на этом манекене отрабатывать любую контратакующую комбинацию, которую мы, допустим, тренируем в спортзале на карате или на тхэквондо. На том же самом хапкидо тоже существует очень много различных комбинаций с блокированием, с перехватом руки, с вытягиванием противника, с ударом в живот, в бок, по печени, куда угодно. Поэтому, если у вас есть возможность построить хотя бы такой манекен, более лучший вариант, пожалуйста, просто супер. Но такой вот вариант, когда вы именно сбиваете руку противника, выворачиваетесь, перехватываете его руку, вытягиваете и наносите ему удар, такой вариант манекена помогает тем, кто... Ротики позакрывали. Такой вариант манекена помогает тем, кто тренируется сам. Именно вот это видео направлено на тех людей, кто сам занимается. Вариант для самообучения. Вот такая вот лапа, передвигающаяся. Вам наносят удар или боковой, или прямой. Вы просто-напросто сбиваете руку, перехватываете эту руку и наносите удар, одновременно вытягивая вашего противника на себя. Вот такая вот комбинация. На такой лапке вряд ли что можно сделать. Потому что это и смазано, и неустойчиво, и не всегда понятно. Занимайтесь, развивайтесь, оставайтесь здоровыми. Не забывайте о подписке на наш канал, о том, чтобы поделиться видео с друзьями. Всем удачи, пока. Да, вам привет от диванного спецназа. Вот они, смотрите. Вот. Лейтенантики, капитанчики, пара сержант. Да-да, это был кричит майор. То есть передает вам привет. Все, всем удачи, пока.